Перчатки очень прочные, не рвутся. Ольге Ступиной 15 лет. Этим летом она решила устроиться через молодежный центр на должность подсобного рабочего. Приводить город в порядок девушке нравится. Да, я хочу, чтобы была природа чистая. Потому что я на земле вижу, что какая-то бумажка. Вот мне не нравится на такую природу смотреть. Сегодня Оля вместе с другими подростками собрала 10 мешков травы и мусора. Ребята убирали территорию на улице Конституции возле скорой помощи. Территорию для уборки определяет служба благоустройства города. Контролирует работу ребят бригадир. Бригада состоит из 11 человек. Ребята убираются хорошо. Меры безопасности все соблюдены. Они обучались этому у нас целую неделю. Проходили курс первой помощи. По дорожному движению тоже знают. Ребята у нас работают с 14 до 15 лет 2 часа. То есть у нас рабочий день начинается с 9. И они работают до 11. То есть в 11 они уже все уходят. А ребята, которым 16-17 лет, они работают по 3 часа. То есть они уходят в 12 часов дня. В бригаде Полины 3 девочки и 8 мальчиков. Всего в этом году около 500 подростков выразили желание работать. Плата за труд – более 10 тысяч рублей за смену. У многих появится и первая запись в трудовой книжке. Отработанные дни пойдут в стаж. Первую бригаду молодежный центр принял с 26 июня, и они будут работать до 14 июля. Социальные аниматоры у нас будут работать по площадкам с 5 до 7 вечера. В площадке это у нас будет на Доке, в Ичегодском, в Лиминде, на 46-м и в городе. У нас новшество в этом году. В поселке Ичегодском у нас будут работать подсобные рабочие. Первый раз такого еще не было. То есть 5 ребят с бригадиром сегодня вот в 9 утра вышли на работу. И в городе у нас работает 11 человек подсобных рабочих. Они также уже вышли на работу. Всего мы приняли в этом году более 500 анкет. Сейчас первая бригада работает 34 человека. Следующая бригада, мы ожидаем также 34-35 человек. Они уже начали проходить медосмотр. Социальных аниматоров можно будет встретить в будние дни с 17 до 19 часов в поселке Ичегодский возле 91-й школы, на улице Правды и во дворе дома номер 8 на 46-м лесозаводе. В Лиминде аниматоры будут развлекать детей по адресу Советская, 13. В Котласе ребят ждут у школы номер 2, городского парка, 4-й школы и рядом с ТРЦ «Столица». На Доке аниматоры подготовят развлекательную программу у дома 15А по улице Салтыкова-Щедрина.